Сегодня ведется работа по переводу 36-го микрорайона. Никто не знает, где он. Сейчас узнаете. 36-й микрорайон, это расположен между улицей Алешина, Ленинградским проспектом и Ангарским проспектом. Напротив 29-го микрорайона. И он по генплану в зоне Ж4, жилая застройка многоэтажная. Там огромный лесной массив, такой естественный лесной массив. Но предложение сделать этот массив лесопарком. То есть ничего там не строить, никаких там аттракционов парковых, присущих там парку развлечений, а именно сделать лесопарк. Дорожки, свет, скамеечки, все, белочки. Вот, может быть, тоже к 70-летию города сохранить эту зеленую зону. Поэтому вот эти все идеи, мы сейчас как-то просто переключились с юбилея города. Но тем не менее, это правильно, что мы об этом заговорили, потому что на самом деле это нужно. Город должен быть городом. Современным, красивым, запоминающимся, ярким. Постоянно что-то привносить, как-то его менять. Что-то в нем должно людей притягивать, каким-то образом влюблять в этот город, что ли, что. Если они уехали, чтобы они скучали и стремились вернуться.